Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Вот антенна у нас из палки и кровельного железа. Значит, вот здесь у нас рефлектор, видно, как он здесь у нас расположен. Видите, как такой, вроде чашечкой такой. Вот. А сам рефлектор вот такой вот. Петлевой вибратор, вот он. Вот петлевой вибратор. Это плата согласования. Вот. Сейчас мы это вот так вот. Вот они у нас, это палка такая, ширина ее примерно 1,5–2 сантиметра, ширина, то есть это вот эта толщина, а ширина 5-6 сантиметров. Вот они там, вот так антенна такая, то есть вот она прикреплена, правда, одним саморезом, а надо двумя, для того, чтобы вот это самое не двигался, вот видите, вот, если для улицы, вот на улице ставить, то надо два самореза или гвоздь забивать, чтобы он не двигался. Это у нас петлевой вибратор. Вот. А это у нас рефлектор сзади. Видите, такими широкими полосами стоят. Вот так он будет стоять. Вот видите, вот такая антенка. Здесь видите, вот так. Такая вот антенна для цифрового телевидения ДВБТ-2. Так он будет стоять, вот как бы я на себя направил, это она, вы направляете ее на передающую станцию, на телецентр. А там сзади рефлектор стоит, петлевой вибратор, а здесь параллельно установлены эти директора, то есть вот эти полоски, пластины, они толщиной должны 1–1,5 сантиметра, ширине надо делать. Вот. Размер, значит, размер какой. У меня размер здесь вот между этим вибратором и рефлектором 8 сантиметров. Между петлевым вибратором, вот этот петлевой вибратор называется, и вот этой первой полоской, вот этой, 2,8 сантиметра. Потом между второй и, то есть вот между первой и второй промежуток небольшой, 6,2 сантиметра, ну можно 6. Вот, между второй и третьей 13,3, и между третьей и четвертой 14,1 сантиметр. Вот. Понятно, да? Сейчас будем устанавливать ее. В сторону окна сейчас установлю его. Сторону окна сейчас установлю, будем тестировать. Так, как-то не зацепить. Будем сейчас тестировать эту антенну. Смотрим, сколько она каналов может принять. С вами канал «Все для огорода», подписывайтесь. Так, у нас блок ДВБТ-2 вот такой вот. Вот, BBK-023. Видите, когда включаете в сеть, в розетку сетевую, здесь он загорается красным светодиодом. А чтобы активировать наш блок ДВБТ-2, или как так называемый ресивер, нажимаем красную кнопку один раз. Вот видите, он переключился в зеленый светодиод, говорит о том, что он готов к работе. Так, здесь у меня немножко неправильное подключение из-за того, что они перепутали вот эти цвета. То есть желтый видеосигнал должен быть с этой стороны, а красный правый канал здесь. То есть они перепутали тюльпанчики. Так, антенну я вставил. Сейчас будем тестировать антенну. Ой, блин. Так, все. Вот, DVD такой проверивайте. Сейчас я повыше делаю. Так, вот DVD проигрыватель. Сейчас мы это дело прибавим. Все прибавили. Значит, видно там хорошо.
Ну, думаю, нормально сфокусируется. Так, настройка ДВБТ2 сводится. Да, курсорчиком пускаем настройки ДВБТ2. Значит, открывается такая табличка. Написано автопоиск, сортиров канала, список ТВ-канала, список радиоканалов. Удалить все настройки питания антенны, отображать все каналы. Так, нам нужно удалить все настройки. Нажимаем кнопку ОК. Правый курсором переведем, говорит «Да». Нажимаем ОК, все, удалили. Так, следующий день. Переходим в автонастройки. Нажимаем кнопку ОК. Здесь вот эта табличка так состоит из... Написано «Страна», только «Открытый поиск». Значит, курсорчиком вниз опускаемся. Нам нужен поиск. Нажимаем кнопку ОК. Все. Сейчас начинается сканирование таких каналов ДВБТ-2. То есть антенна у нас из бруска где-то 60 сантиметров. Толщина его где-то 1,5-2 сантиметра. Ну, толщина, то есть. А ширина 5-6 сантиметров. Ну, такой брусок небольшой. Вот. Антенна изготовлена из кровельного железа. Я говорю, нашел старый подоконник, разрезал и все. Ну, можно просто кровельное железо купить. Она, правда, сейчас идет тоненькая очень. Вот старые подоконники, они, там железо было потолще, конечно. А сейчас прям тоненькая. Там даже, наверное, миллиметра нету нифига в этом железе кровельном. Так, поймала сколько? 10 частотных каналов и 3 радио. Уже 20 каналов поймала антенна. Вот, сейчас будем смотреть, сколько... Сила сигнала какая будет? О, уже 30 каналов поймал. Неплохо, в принципе. Кому нужно такую антенну сделать, пишите комментарии. Вы должны мне прислать частоты этих мультиплексов. А я по форме вычислю размер антенны для вашего региона, естественно. И вы сами себе такую сделаете. Вот, если вы будете довольны такой антенной, там, в виде как бы вознаграждения, пришлите мне 100 рублей на мою карту, если не жалко. Для развития моего канала, так называемый. Вот. Кому не жалко, конечно. Кому жалко, может не присылать. Так. Смотрим, сколько антенны. Сейчас, значит, посмотрим силу сигнала, какая на трех мультиплексов. Вот. Ну, радио я не буду смотреть, что там три радио. Радио Вести ФМ, Маяк и Россия. Раньше было это все на средних волнах. Потом взяли... Передатчики на средних волнах отключили. Теперь вот приемники лежат у меня. Три приемника, а радиостанции ни одну не ловится. Вот. Видимо, денег нет. Так, все. Сейчас она сканирует. Сейчас мне надо нажать кнопку меню быстренько. Кнопку ОК. И сразу переключиться. Здесь спортивные передачи. Нельзя смотреть, чтобы вы показывали на своем канале. О, ладно, вот так. Так. Вот, видим, что НТВ у нас, сила сигнала 91%. А качество сигнала 100%. А качество это у нас насыщенность работает. А уровень сигнала это у нас правильное направление вашей антенны. Если вы не знаете, как направить антенну, то есть направляйте в любую сторону. И по уровню сигнала или силе сигнала, ну там везде по-разному называется это, вы, чем больше сила сигнала, вы, значит, правильно направили направление вашей антенны. Ну а в городе просто направляете в сторону окна, вот, потому что здесь много разных домов, а сигнал идет в основном отраженный, и то неплохо, 91% с отраженным сигналом, в принципе, это нормально. Вот. Ну, нам нужно уровень, чтобы видео шло и звук шел, надо нам хотя бы 50-60% этого сигнала. Ну, а 90% это сами знаете, что нормально. Так, нажимаем на это, и мы уходим в УТРТ, сейчас посмотрим. Это то же самое, это частота. Бывает, переключишь на другой канал, а там сила сигнала больше. Так, переходим на другое. Вот, но здесь 86%. Качество 100. С вами канал
Все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я сегодня, наверное, я сегодня голодаю, ничего не ем и не пью. Надо немножко сделать голодовочку маленькую, сэкономить денежки. Вот. Так, так, следующее, что у нас там? Пятница. Ну, это что-то какие-то... Эти... Вот, 86. Так, уходим на следующий. 21 канал. Вот, здесь у нас тоже 92%. То есть, антенна, в принципе, работает отлично. То есть, на двух мультифлексах 92%, а на другой 86%. Там, чуть меньше. Так. Ну, нормально, в принципе, все работает. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.